На красивой улице религиозной, в съемной квартире, на кухне, в съемной квартире, и из израильских продуктов готовим себе еду. Так, это помидоры, огурцы, соль и оливковое масло, 3 корочки хлеба, шипун. Это, ну, собственно говоря, вот так. Можно еще посолить. Яйцо израильское. Мы всегда, значит, куда бы ни приехали, то покупаем суп и вот пробуем первое. Здесь мы сварили сами вчера бульон с израильской курочкой. Туда положили для подробности головку лука, морковь, целый такой перец полностью. И сегодня мы разогрели, и вот такой, я думаю, тоже своего рода израильский суп. Итак, пробуем. Не горячий, он уже успел остыть. При том, что такая высокая температура на улице. Ну ладно, тем не менее, все очень вкусно и замечательно. Рехов, Израиль, 13 августа 2017 года.